Уже на протяжении нескольких дней Караганда дается диву. Причиной тому послужила машина, верх которой сделан в виде кареты. Видя ее на улице города, горожане останавливаются, чтобы сфотографировать и прикоснуться к королевскому железному коню. Сегодня в необычной машине побывал и наш корреспондент. Машина в Караганде только 3 дня. Хозяин железного коня увидел в интернете картинку с его изображением, влюбился с первого взгляда и решил во что бы то ни стало купить его. Вид такого авто полностью соответствует цене – $100 000. Железного королевского коня ждали 1,5 года из России. И вот на протяжении уже нескольких дней автомобиль – коренной карагандинец. Кстати, в Казахстане подобных машин всего 2. Водитель уже успел опробовать сиденье и с волнением в голосе рассказывает о своих первых ощущениях. Ощущения такие вот вообще, не передать словами. А просто внутри прокатнулся. Автомобиль всего лишь несколько дней в городе, а жители уже охотятся за ним, чтобы сфотографироваться и хоть на миг почувствовать себя королями. Пару дней привезли, и все интересуются, фотографируются. Дух захватывает, глядя на эту машину. Мужская половина населения называет этот автомобиль красавицей. Что ж, с ними не поспоришь. Амина Смакова, Олжас Габасов, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский.